Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас на обзоре шоколадка Милка с клубничным вкусом и печеньками Орео. Посмотрите, какая она красивая. Это у нас новиночка. Вот так она выглядит. Здесь у нас состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Давайте ее откроем и посмотрим. Ух ты, не открывается. Ух ты, какая красивая. Ой, только сломалась. Ух ты. Смотрите, даже сломанная она. Красиво. Красиво сломалась. Как. Ну, должна быть она в перевернутом виде еще вкуснее. Та-дам! Ну, даже в перевернутом виде, вся разломленная, конечно, она тоже очень красивая. Ее разрезать. Опа! Нам надо посмотреть, что же внутри. А внутри прямо клубнички, смотрите, очень-очень-очень мало. А здесь нарисовано много. Опять обманули. Ну, кстати, когда я ее открыла, она очень прям пахла клубникой, обалденно вкусно. Давайте попробуем. Должно быть, это очень вкусно. Пробуем. Сама печенька довольно жестковатая. Ее пока прожуешь, шоколадка уже к тому времени растает. Вкус клубничный, прям обалденно клубничный, шоколадка молочная, вкусная. Но все это вместе приторно-сладкое, как всегда у Милки. У них всегда почему-то все приторно-сладкое. Видимо, корова в них дает особенное, очень приторно-сладкое молоко. Поэтому она и фиолетовая, в отличие от остальных. В принципе, шоколадка довольно вкусная, мне понравилась она. Такая, ну, печенька, вот да, вот она жуется такая. Видимо, потому что их все-таки две налеплено. С одной стороны и с другой стороны. Она жестковатая. Но вкусная, покупать можно, иногда поесть можно. Даже, мне кажется, она подойдет, эта шоколадка, в подарок. Она довольно красиво выглядит. Но вот она у меня сломалась. Давайте попробуем еще половиночку. Так, может, половиночка будет жеваться получше. Ну, прям видно, молочный шоколад, но вкусная. Вкусная. Когда жуешь уже всю печеньку, начинаешь сосать шоколадку вместе с печенькой. Да, такое. Получается что-то такое необыкновенное, вкусненькое, хорошенькое. Ну, немножечко вот приторно-сладкое, что прям хочется после этой шоколадки запить чаем. То есть не просто, как обычно, съел и пошел заниматься делами, а еще добавку и попьешь чай в стакан. Если вы пробовали эту шоколадку, пишите свои отзывы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить что-то новенькое. У нас с вами еще много обзоров. Вот был обзор на вот этот сок. Где-нибудь его там найдете рядышком. Также смотрите другие ролики, обзоры на продукты, на технику, мастер-классы, влоги. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!